Уже 17 раз подряд в первые выходные сентября улицы Вильнюса были наполнены звуками праздника «Состинос Денос». Более 100 различных концертов, выставок, выступлений. На это мероприятие пришли не только жители столицы, но и гости города. В этом году время проведения «Состинос Денос» совпало с Европейским чемпионатом по баскетболу среди мужчин. Поэтому оранжевые мячи, баскетбольные кольца и две победы, одержанные нашими баскетболистами, стали основным акцентом данного мероприятия. Вот что поистине новое. Вы видите, что даже пекари выпекают мячи. Что тут скажешь? Этот праздник проходит по знакам баскетбола. Вы посмотрите, сколько людей, какие знатные дамы, какие парни. Все ожидают прихода мэра. В этом году столичный праздник посетили представители города Щелуте, ставшего культурной столицей этого года. Гости поделились своей культурной программой. Мэр Щелуте вместе с мэром Вильнюса открыли праздник. Главы городов также проверяли себя на меткость, бросая штрафные в корзину. Артур Зокас радуется этой красивой традиции и говорит, что каждый год ждет этого праздника. На мой взгляд, радость, которую несут Дни Вильнюса, смогут почувствовать не только местные жители, но и гости. Здорово, что этот праздник совпадает с победами наших баскетболистов. Я думаю, что можно праздновать победу и в то же время веселиться, вспомнив о Днях Вильнюса. Я долго ходил по проспекту Гедиминаса, посетил национальных ремесленников, побывал в разных кафе, отведал разные кухни, сходил на книжную ярмарку. Эти мероприятия мне нравятся больше всего. Большое количество мероприятий, проводившихся в четырех зонах в течение трех дней, радовали глаз жителей столицы и гостей. Здесь можно было послушать концертные выступления, полюбоваться произведениями искусства, полакомиться различными блюдами. Уважаемые, загорелые, овеянные морскими ветрами жители Щелуте представляют свою уху, свою культуру. Это на самом деле гордые люди, поэтому все, кто хочет ухи, идите к улице Лукишкю. А те, кто хочет книги читать, подходите еще ближе, потому что все книги на аллее книг. Хотите попробовать что-то новое? Идите в аппетитный Вильнюс. А если хотите увидеть концерт, оставайтесь здесь. У посетителей праздника было отличное настроение, и больше всего они ожидали музыкальной программы. Это прекрасно, и мы очень рады, что можем участвовать в подобных праздниках, потому что здесь все необычно. А еще и баскетбол – это неописуемо. Мне больше всего нравятся музыкальные выступления. Когда играет живая музыка, сразу улучшается настроение. А другие мероприятия? Я меньше на них ходила, но бывает, что посещаю и их. Всегда приятно увидеть что-то новое. В каком настроении вы встречаете праздник «Состинос Денос»? В замечательном. Прекрасная погода, отличное настроение, множество красивейших работ. А какого мероприятия вы ждете больше всего? Я даже не знаю, разнообразных. Концертов, музыкальных номеров. На проспекте Гедиминаса, наполненном огромным количеством заинтересованных взрослых и любознательных детей, струилась музыка и царствовало хорошее настроение.